Есть ли препараты для увеличения члена или это развод? Я вам хочу сказать, что это, скорее всего, развод. Причем может увеличиться половой орган мужчины. Только как и руки, ноги спортсмена при тренировках. И вот единственное, от чего может увеличиться ваш половой орган, это от прилива крови к половому органу. Он может возникать иногда из-за продуктов, которые гоняют кровь, но не в длину, а вширь. И при регулярных занятиях сексом, имеется в виду не менее 3 раз в неделю, ваш половой орган может увеличиться от 2 до 4 сантиметров, это доказано, вширь, но не в длину. За длину не верьте, это развод.